Лиз, я как раз хотела Почему вам... Почему вы сразу не сообщили мне, что произошло с моим сыном? Лиз, простите, я просто как только узнала, сразу же побежала в больницу. Я вам не могу позволить воспользоваться состоянием моего сына и настраивать его против меня. Лиз, вы о чем? Мой сын слишком доверчив, а вы хотите использовать ситуацию, чтобы упрочить свое влияние на него. Я вам этого не позволю, так и знаете. Да как вы можете думать, бог знает о чем в такой момент? Вам, наконец, пора знать свое место. Проснулся. Как ты себя чувствуешь? Неплохо. Я сейчас позову доктора. Не надо. Лучше посиди со мной немного. Месяца через два. Два месяца. Мистер Харпер, очнулись? Сейчас врача позову. Черт. Милый, почему ты так нервничаешь? Да это все так не вовремя. У меня сейчас в корпорации небольшие неприятности. Давай я этим займусь. Расскажи, что за проблема. Какая ты у меня смелая. Джеймс, я не шучу. Или ты забыл Баку? О, разве такое можно забыть? Ну? Хорошо. У нас есть проблемы с одним нефтяным месторождением как раз недалеко от Баку. Не волнуйся, я утром поеду в офис и просмотрю все бумаги. Нет, утром не надо. Ты лучше выспись. Сутки все равно ничего не решают. Дезерт ведет тебя в курс дела. Скажи ему, что это приказ. Можешь на него положиться. Только я тебя очень прошу, держи меня в курсе дела, хорошо? Обещаю. А ты пообещай, что будешь все делать, что тебе скажет доктор Гастингс. Ну, конечно. А Кори? Что сказали? Я сказала ей, что папа уехал по делам. Она ничего не знает, не волнуйся. Как ваше самочувствие, мистер Харпер? Лучше не бывает. А если учесть, что лежать мне здесь долго, то вообще хочется петь. Так как в пляс я пока пуститься не в состоянии. Ну, если больной шутит. Значит, он идет на поправку. Мистер
Прошу вас. Добрый день, миссис Харпер. А, Мельдерс, наконец-то. Вы помните, когда несколько лет назад Сандра появилась в Лондоне? Вы по моей просьбе собирали на нее досье. Ну, конечно, мэм, я помню. Я ведь тогда докладывал вам, что досье было чистым, и ничто не вызвало моих подозрений. Да, к моему великому сожалению. Но теперь я возвращаюсь к этой теме. Я хочу, чтобы вы следили за ней круглосуточно. Ройте, Мельдерс, цепляйте за любую мелочь, за любую подозрительную деталь. Мне нужен компромат на нее. Я хотел бы уточнить границы дозволенного. Их нет. Я долго терпела, и терпение мое лопнуло. Я хочу, чтобы эта женщина перестала быть членом нашей семьи. Ради бога, не стесняйтесь в средствах. Слушай меня внимательно. Завтра с 6 утра установить круглосуточное наблюдение за женой мистера Харпера. Глаз с нее не спускать, ты понял? Это приказ. Привет, дружище. Рад тебя видеть. Как ты? Нормально. Это не привет. Не мать, ворот не лезь. Не пойми, ничего, пока. Привет, ты говоришь. Привет, Алекс. Привет, бродяга. Виски? Хорошее местечко ты выбрал для свидания. Я уже от одного воздуха пьяна. Ну, пьяна – это прекрасно. Зато нас здесь никто не услышит. Какого черта, Мельдерс? Зачем ты решил засунуть меня к своему толстосуму в секретарю? Ты должна соблазнить его. Для этой цели ты мог выбрать любую из своих дешевых девиц. Зачем тебе я, Мельдерс? Видишь, тут не все так просто. Джеймс все эти годы тупо предан своей жене. Ты уверен? Это серьезно. Итак, я повторяю. Джеймс добропорядочный семьянин. Но теперь его мать во что бы то ни стало хочет разрушить этот брак. С этой задачей сможешь справиться только ты, Анна. Предположим, я разрушу этот брак. Скажи, Мельдерс, а я смогу потом попользоваться клиентом? Сколько угодно. Тогда тебе не о чем волноваться. Он не уйдет от меня живым. Когда приступаем? Завтра утром. Она только что перевела в Россию 100 тысяч евро на какого-то Максима Окунева. А что у нас есть на этого Окунева? Вы знаете, шеф, я такого имени не помню. Надо посмотреть в досье. Значит так, сейчас. Сейчас. Ведешь ее до самого дома и срочно смотришь досье. Понял. Конец связи. Thank you.
Она зашла в здание корпорации. Понял. Миссис Харпер, здесь отчеты о сделках за последний год. В этой папке последняя операция. Она завершена. Только не успели подшить. Документы о последнем бакинском месторождении тоже здесь? Миссис Харпер? Мистер Дезерт, я понимаю ваши сомнения. Но надеюсь, решение моего мужа вас убедит. На время болезни Джеймс полностью передал мне все свои полномочия. В том числе и право подписи при сделках. Кстати, еще он сказал, что вам, Дезерт, я могу доверять как ему самому. Приятно такое услышать, особенно от мистера Харпера. Поэтому, пожалуйста, подготовьте мне все бумаги, которых нет в этих папках и в компьютере. Ну что ж, если мистер Харпер считает это необходимым. Пожалуйста. Благодарю, Дезерт. Миссис Харпер, у меня большая просьба. Эти документы не должны покидать стен этого кабинета. Разумеется. Если я вам понадоблюсь, я у себя. Хорошо. Мистер Харпер, позвольте вам представить Анна Монт, самая расторопная и сообразительная стенографистка, какую мне только удалось разыскать. Анна, мистер Джеймс Харпер. Очень рад познакомиться, миссис Монт. Мисс Монт, мистер Харпер. Доброе утро. Я готова, мистер Харпер. Можно начинать. Она и вправду очень расторопна, Мельтерс. Если все в порядке, я пойду, мистер Харпер? Очень много дел. Да-да, конечно. Большое спасибо, Мельтерс. Приступим, мистер Харпер. Мисс Кора! Ну куда же вы так далеко? На веранде прекрасное место. Там так хорошо рисовать. А я буду рисовать здесь. Здесь красиво и пахнет приятно. Хорошо, Мэри, ставьте здесь. Да, мам. Да, Мэри, и не забудьте пригласить нас к обеду. Хорошо, мисс Модест. И что же вы будете рисовать, мисс Кора? Это секрет. Я вам потом покажу. Мистер Дезерт, это Сандра Харпер. Зайдите, пожалуйста, ко мне. Миссис Харпер? Проходите, пожалуйста, садитесь.
Дезерт, я должна вам сказать, что ситуация крайне сложная. Последнее время корпорация терпит серьезные убытки. За 5 лет было продано 5 нефтяных месторождений, которые экспертной комиссией были признаны истощенными. Так? Это было разумно. На первый взгляд, да. Но я проверила сводки о добыче нефти на тот период. И выяснила, что на 3 из проданных месторождений вновь ведется добыча нефти. И приносит она немалую прибыль новому владельцу, которым является некая компания G Incorporated. Вам не кажется это странным? Да, пожалуй. И я не удивлюсь, если в ближайшее время на рынке появится нефть и из других месторождений, также признанных истощенными. И я уж совсем не удивлюсь, если их владельцем также будут G Incorporated. Но данные геолого-разведочных экспертиз говорят… Все данные геолого-разведочных экспертиз были проведены под руководством одного и того же человека – Ричарда Грея. Я думаю, его купили за очень большие деньги. Ричард Грей много лет возглавлял наш экспертный отдел. Естественно. Конкурентам нужна была фигура из нашей корпорации, которая ни у кого бы не вызвала подозрений. Мне срочно нужно досье на Грея. Я, конечно, могу предоставить досье, но дело в том, что Ричард Грей уже не работает в нашей корпорации. Он вышел на пенсию по состоянию здоровья. Когда? Он уволился как раз в тот день, когда мистеру Харперу были представлены последние результаты экспертизы нового бакинского месторождения. Я уверена, что они тоже фальшивые, как и предыдущие 5. Мы немедленно должны остановить сделку. Но вопрос с месторождением около Баку уже почти решен. Почти, Дезерт. Бумаги еще не оформлены, мы имеем право отказаться. Да, но покупатель не G Incorporated, а бакинская компания «Нефтиэкспресс». Ну, покупателями предыдущих компаний по бумагам тоже были другие. Однако их единственным владельцем сейчас является G Incorporated. Здесь есть какая-то цепочка посредников, я пока ее не смогла установить, не было времени. Так вам принести досье на Ричарда Грея? Не надо. Я думаю, этот человек уже далеко и живет под другим именем. Мы не будем терять время. Мне кажется, надо поставить в известность мистера Харпера. Естественно. Я напечатаю отчет в 2 экземплярах. Один для Джеймса, другой для вас, Дезерт. И, пожалуйста, как только изучите бумаги, закройте их в сейфе. Никто из корпорации не должен знать о нашем разговоре. Поскольку, возможно, не только Ричард Грей был на тайной службе у G Incorporated. Я повторяю, возможно. Этим займется служба безопасности. Вы лично это проконтролируйте, пожалуйста. Это все. Я могу идти? Да. Прошу вас, миссис Харпер. Прошу вас, миссис Харпер. Значит, таким образом, за истекший период мы имеем… Здравствуй, дорогая. Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что мы можем закончить. А завтра я вас жду с утра. Спасибо большое. До свидания. Джеймс, кто такая? Это секретарша. Мне ее нашел Мельдерс, пока я здесь, в больнице.
Ты знаешь, угу. очень толковая и расторопная девушка. Я даже думаю взять ее на постоянную работу. Новая работница – ничего. Как и полагается секретарша. А ты не поторопился с предложением ей новой работы? М? Знаешь, я думаю, это неуместно. Ревновать меня в таком положении. Прости, милый, глупая шутка. Милый, а что случилось? Что у тебя с глазами? Ты что, плакала? Нет. Просто целый день просидела за компьютером, смотрела финансовые отчеты нашей корпорации за последние 5 лет. Возможно, поэтому вид у меня не блестящий, прости. Ну, извини. Извини, просто я… Просто мысль о том, что лежать мне здесь еще очень долго, не сильно внушает оптимизм. Скоро все будет хорошо. Ну, рассказывай. Вот мой отчет. К сожалению, у корпорации большие проблемы. Появился серьезный конкурент. И последние 5 лет идет полномерное вытеснение нашей корпорации с европейского рынка. Дорогая, мне кажется, ты сильно преувеличиваешь. Посмотри отчет. Что-то я сегодня себя неважно чувствую. Голова кружится. Ты не могла бы сама мне в 2 словах объяснить, в чем суть дела? А я завтра подробно все изучу. В 2 словах? Хорошо. Был подкуплен глава экспертной комиссии корпорации. И последние 5 лет мы продаем по бросовым ценам очень выгодные месторождения. А бакинское месторождение? Я уверена, результаты экспертизы фальсифицированы. Поэтому я отменила сделку. Чертовщина какая-то. Согласна. Но это не единственная проблема корпорации. Что еще? Я просмотрела биржевые и финансовые сводки. Акции падают, прибыль тоже. Дорогая моя, ну такое бывает. Бывает. Но за последний год наша компания не заключила ни одной выгодной сделки. Более того, наш брюссельский филиал не заключал выгодные сделки последние 4 года. Очевидно, что кто-то хочет развалить корпорацию, и у них это неплохо получается. Дорогая, мне кажется, ты делаешь поспешные выводы. Да, я понимаю, что дела у корпорации идут сейчас не лучшим образом, но это временно. Любой бизнес развивается неровно. Есть период спада, есть период подъема, это неизбежно. Нет, Джеймс. Давай попросим Андрея Тихомирова, чтобы он просмотрел последнюю экспертизу по бакинскому месторождению. Хорошо, хорошо. Если это так необходимо, звони Андрею. Я прошу, не повышай на меня голос. Прости меня, я немного разнервничался. Прости. Милый, в конце концов, корпорация – это не самое главное. Важно, что ты жив. И что ты с нами, да? Да. Мистер Харпер, 8 часов, пора делать укол. Вот видишь, начинается. Милый, мужайся, мне пора. И помни, что укол – это не страшнее, чем овсяная каша. Ты зря иронизируешь. Уколы – это очень серьезно. Я люблю тебя. Пока. Мисс Кора вас так ждала. Все спрашивала, когда же мамочка придет, когда папочка. Так и не дождалась. Уснула, бедняжка. У меня не получилось освободиться раньше. Мисс Кора хотела показать вам свой рисунок. Да, я сейчас же пойду и посмотрю. Где рисунок? На столике, возле окна. Спасибо, мисс Модест. Спокойной ночи. Спокойной ночи, миссис Харпер. Thank you.
На наши условия не идут. Ясно, уперлись. Но я предполагал, встречу назначить сможешь? Завтра? Отлично. Погоди. Погоди, вторая линия, да. Я перезвоню. Джеймс, дружище, привет. Здравствуй, Андрей, это Сандра. Сандра? Я так рад тебя слышать. Я тоже рада тебя слышать, Андрей. А почему у тебя такой голос? У меня плохие новости. Джеймс в больнице. На него было совершено покушение. Да ты что? Но, слава богу, все самое страшное позади, и он идет на поправку. И еще? Кто-то явно хочет развалить корпорацию. Слушай, это очень серьезно. Ты уверена? Пока нет. Но, боюсь, результаты экспертизы бакинского месторождения фальсифицированы. И я отменила сделку. Успокойся. Во-первых, ты очень правильно сделала, что отменила продажу бакинского месторождения. Но я не уверена. Не волнуйся. Я завтра же вылетаю в Баку. Угу. Нужно уговорить их провести еще одну экспертизу. В принципе, я думаю, они не откажутся. Спасибо. Но ты понимаешь, что подготовка и сама экспертиза займут несколько дней. Да, конечно. Как будут результаты, сразу отзвоню. Спасибо, Андрей. Не за что. Держи меня в курсе. Сандра и Джеймсу привет. Держитесь. Спасибо, всего доброго. Пока. Фальшивые результаты геологоразведки. Подкупить эксперта. Было, было, было. Нет. Нет, спать, спать, спать. Точно нет? Абсолютно нет. Так, срочно собрать всю возможную информацию об этом типе. И всю невозможную тоже. Разумеется, шеф. Как всегда. Да, дорогой? Ну, что у нас там происходит? А у нас все происходит. Наш Джеймс, он уже почти в меня влюблен. Даже могу сказать, что он абсолютно точно в меня влюблен. Анна, ты просто чудо. Кто там? Доброе утро, мистер Харпер. Здравствуйте, Анна. Вы очень кстати. Вот собрался поработать с бумагами и… Видите, что получилось? Да. Вот, пожалуйста, мистер Харпер.
Я благодарю вас, Анна. Анна, не могли бы вы их разобрать по порядку, и тогда бы мы начали работать? О, мистер Харпер, вы знаете, здесь нет номеров страниц. Мистер Харпер, что же делать? Что, простите, я немного задумался. Что вы сказали? В этих документах нет номеров страниц. Как быть? А почему их нет? Ну, наверное, человек, который их печатал, просто не поставил. А может быть, спешил? Наверное. Да. Но без номеров страниц я не могу восстановить порядок этого документа, потому что я не знаю его содержания. Ничего страшного, я знаю его содержание. Правда? Да. Ну, давайте попробуем восстановить порядок страниц вместе. Давайте? Давайте. Угу. Давайте. Так, что тут у нас? Так вам хорошо видно? Да, так очень хорошо. Как вам кажется, это первая страница? Что? Нет. Мистер Харпер. Ой, извините, я… Мистер Харпер. Что-то у меня голова закружилась. Просто здесь, в этой больнице, ну, совершенно невозможно работать. Абсолютно. Здесь очень душно. Вы абсолютно правы, Анна. Давайте откроем окно и проветрим. Сейчас. Так. Так хорошо, мистер Харпер? Вам лучше? Да, значительно, Анна, спасибо. Ну вот, хорошо. Анна, только я вас очень прошу, не называйте меня больше мистер Харпер, а то я чувствую себя каким-то замшелым стариканом. Да? Да. Но, извините, я не знала, что вам это неприятно, но, как мне вас называть? А очень просто, мистер Джеймс. Мистер Джеймс. Хорошо. Мистер Джеймс. Ну, тогда, может быть, вот это первая страница? А? Боже мой, как же раскалывается голова. Анна. Да. Давайте мы перенесем это на завтра. Хорошо, мистер Джеймс. Значит, на сегодня я свободна? Нет, нет. А сегодня я попросил бы вас немного меня развлечь. А то, знаете, здесь совсем закис. А как именно? Ну, вы, во-первых, присядьте. Хорошо. А то, вы знаете, я боюсь, вдруг вы убежите, а я даже не смогу вас, коллега, догнать. Мистер Джеймс, вы мужчина полной силы и энергии. Вам не нужно называть себя коллегой. А что во-вторых? А во-вторых, расскажите что-нибудь о себе. Где вы учились? С кем вы работали до меня? Ну… Вы знаете, у меня очень простая биография. Я, как и многие, закончила колледж. Да. Что-то в этом есть знакомое. А что же это? Мамочка, мамулечка, мой мячик совсем соскучился. Что, дорогая? Мой мячик в комнате скучал, скучал. Он совсем грустненький, и я тоже. Прости, родная, мы сейчас его развеселим. Бросай. Лови. Опа, ну-ка лови. Лови, лови, лови. Оп. Ой, куда это убежал наш мячик? А ну-ка, догоняй. Точно. Это методы Терренса Харпера.
ощущение, что сам игрок действует с того света. Господи, я сошла с ума. Я сошла с ума. Мама, не скоро. У мамочки, наверное, очень важное дело. Давайте я с вами поиграю. Ловите мячик. Ну, оп. Ну что же. А вчера она перевела довольно крупную сумму на счет некоего Максима Окунева. Насколько крупную? 100 000 евро. Для любовника многовато. А вы выяснили, что это за тип Окунев? Обычный менеджер. Средняя фирма по продаже оргтехники. 30 лет. Постоянно жил в России. В России? А почему жил? Дело в том, что мистер Окунев недавно был убит. В Москве, в своей квартире. А Сандра перевела деньги до или после убийства? После. Прекрасно. Значит, она не знает о его смерти. А досье Сандры? В нем нет никаких указаний на Максима Окунева. Но должна же быть какая-то связь. Ну, что вы думаете, Мельдерс? Единственное, что пока приходит мне в голову, это шантаж. Ведь Сандра по делам благотворительного фонда недавно была в Москве. Да. Там могло произойти что-то, чем теперь ее можно шантажировать. Да, возможно. Только непонятно, чем нашу американскую бизнес-леди мог шантажировать русский клерк. Впрочем, зачем искать причину? Надо воспользоваться тем, что Сандра не знает о смерти Окунева. Он мог быть ее любовником, а так это или нет, это не важно. Главное, такой компромат будет вполне убедительным для Джеймса. Вы меня понимаете, Мельдерс? Мне кажется, вполне, миссис Харпер. А мне нравится ваша сообразительность, Мельдерс.
Что здесь? Сегодня ночью на мистера Харпера было совершено еще одно покушение, мэм. Что? Успокойтесь, все обошлось. Мистер Харпер не пострадал. А как это могло произойти? Где была ваша охрана? Преступнику удалось мгновенно вырубить двух моих парней у палаты. А медсестре он свернул шею каким-то спецприемом. Точнее, свернула, потому что, по словам Джеймса, это была женщина. То есть вы хотите сказать, что ваша дюжая охрана не справилась с женщиной? К тому же невооруженной. Мэм, у нападавшей была просто звериная реакция. Да, судя по приемам, это суперпрофессионал. Кстати, вся хваленая система охраны Гастинса оказалась тоже бессильна. Перед одной единственной невооруженной женщиной. Да, ее не остановили ни на входе, ни в коридорах. Недаром я был против перевода Джеймса в эту клинику. Джеймс по-прежнему в своей палате? Да. Вы же видите, ему стало хуже. Несмотря на категорический запрет вставать с кровати, он ночью сам дошел до туалетной комнаты. Я немедленно перевожу Джеймса домой. Только там Мельдер сможет обеспечить ему надежную охрану. Да поймите вы. Поймите. Но нельзя его сейчас трогать. Ну хорошо. Хорошо. Пусть Мельдер увеличит охрану. Пусть он хоть танки подгонит к клинике. Если хотите вертолет поставить на крыше, я на все дам согласие. На все. Только перевозить мистера Харпера сейчас нельзя. Иначе все лечение пойдет на смарку. Придется делать еще одну операцию. Вы этого хотите? Нет. Но и оставлять сына в опасности я тоже не хочу. Я понимаю ваши опасения, миссис Харпер. Знаете что, давайте не будем спешить. Ваше предложение. Давайте сделаем так. Я подготовлю в вашем доме комнату, ну, для восстановительных занятий мистера Джеймса. И направлю специального инструктора. Он будет жить в вашем доме и о состоянии больного. Если вдруг произойдут какие-то изменения, непременно будет докладывать лично мне. Вот только при таких условиях я смогу спокойно отпустить мистера Джеймса. Сколько вам нужно для этого времени? Ну, я думаю, неделя. Три? Дня. Хорошо. Хорошо, я понимаю. Я немедленно займусь. Доктор Гастингс, как Джеймс? Джеймс, он неважно себя чувствует, но состояние стабильное. Я поеду готовить дом к приезду сына. Да, доктор, не подведите меня. Через три дня я заберу Джеймса отсюда. Непременно. Хорошо, миссис Харпер. Мы уложимся в срок.